Так, друзья, сегодня у нас котейский обзор. Сегодня мы будем тестировать одновременно все три Redmi Note. Значит, это Redmi Note 4X, Redmi Note 5 и Redmi Note 7. И сейчас проведем тест одновременно, постараюсь. Так. И поехали. Oh,
вот они результаты. 74 тысячи с половиной на Redmi Note 4X, 117 тысяч, прошу прощения, на Redmi Note 5 и 140 почти 3 тысячи на Redmi Note 7. Напомню, что дата выхода Xiaomi Redmi Note 4X это февраль 2017 года. Соответственно, через полгода вышел Redmi Note 5, это июль 2017 года. И почти через полтора года вышел Redmi Note 7, он вышел в январе 2019 года. То есть здесь разница полгода между выходами двух этих моделей. И, соответственно, полтора года от последней Redmi Note 5 почти примерно на Redmi Note 7. Так что вот такие вот результаты. Вот так все выглядит. Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго. До свидания.